Всем привет! Сегодня я, значит, решила пропикировать свои вот перчики. Вот я одну коробочку уже пропикировала. Я, значит, насыпала мало земли специально. Когда они будут расти, я их буду подсыпать сюда. Вот. В общем, решила их вот так вот почаще посадить. Ну, в общем, я всегда в стаканчике раньше сажала. В этом году я решила немножко их, в общем, как поближе посадить. У меня вот такая земля. Вот, в общем, я вот так насыпаю. Вот. Тоже буду, вот не буду засыпать полностью, оставлю место, чтобы потом можно было подсыпать. Вот, ну, в общем, пальчиком вот так вот делаю дырочки. Сегодня вот сюда вот только у меня 6 штучек войдет. Вот один перчик. Вот такие у меня корешочки. Вот. Вот один перчик я, значит, уже вытащила. Вот так вот. И потом полью. Так вот ножом я достаю. Я немножко вот здесь землю убираю рукой, потому что здесь земля такая жесткая, чтобы у меня и не подгнили. Вот еще корешочек. Вот такие неплохие корешочки. Вот так я сажаю. Вот. И потом у меня отстойная вода вот здесь стоит. И потом я полью, и все. В общем, я сегодня решила пропикировать свои перчики, насколько мне хватит земли. Вот. Ну, всем пока-пока. Я снимаю свои растишки. У меня вот так, значит, вылез перчик. Это перец вот здоровья. Я говорила, что я это, ну, оторвала неправильно. Я, кажется, специально оторвала, чтобы вот сюда вот воткнуть и знать, что здесь за сорт. Вот, в общем, это такой крупный перец, здоровый такой большой. Вот, в общем, у меня вот в этой коробочке вылезло достаточно много его. Я буду, конечно, пикировать его. Потом, значит, вот здесь этот Винни-Пух, который маленький, вот, он совсем его мало. Я не замачивала, в общем, ну, не знаю, может быть, зря не замочила. Ну, в общем, здесь совсем мало, почти не вылез. Может быть, семена уже старые, в общем, я не знаю. В этой коробочке у меня совсем мало. Вот, я, значит, утром занесла, у меня на столе они стояли. Я утром занесла, постелила, окошко прям холодное было, я постелила полотенце, чтобы, в общем, холодно не было. Вот, ну, в общем, на ночь я опять уберу на стол, потому что у меня дочь открывает окошко, и они у меня тут просто замерзнут. И вот так у меня вылезли мои помидорки. Это помидорки, это ля гамбра. Вот, по-моему, правильно сказала. Вот, ну, я сажала 10 штук, но они вот так у меня вытянулись. Вот, ну, в общем, вот осталось тут, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Один вон валяется. Вот, и второй у меня, не знаю, он как поломанный, что ли, вот этот, как поломанный, но он, это, вроде бы как-то стоит. В общем, не знаю, что с помидорами делать буду. В общем, это, если они нормальные будут, буду пикировать, конечно, их как-то скручивать, ложить. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. А вот эти вот перчики прям хорошенькие, стоят как солдатики. Вот. Ну, в общем, неплохо, я бы сказала. Жалко, конечно, мне. Я вот такие маленькие люблю перчики. Вот фаршированный перец делать. Вот. В общем, ну, вот его совсем вылезло мало. Не знаю. Или покупать рассаду уже буду, или что я хотела, чтобы они как-то красненькие были, такие желтенькие, красивые. И, значит, сюда я тоже вот на ночь занесла свою орхидейку. А вот, в общем, у меня она цвела, один цветочек остался. Другие цветочки у меня уже отпали.
Вот, ну, в общем, один цветочек. В общем, цветонос такой вот хороший. Не как не высохший. Прямо где почечки. Вот. Листики тоже хорошие. Я ему сделала мокрую пяточку. И потом, что я еще хочу сказать, я сюда добавила у нас, я когда посмотрела эти фотографии в интернете, там, значит, это на каких деревьях они растут, и там прям были деревья, на которых они сидели, эти орхидейки, вот, и, в общем, там кора была такая вот, как с плесенью, ну, как с зеленью какой-то, вот, я не знаю, как это называется, но, в общем, ну, у нас на наших яблонях, в общем, такая же зелень, и я, значит, пошла, сорвала вот эту кору, она прям отстает, она сухая уже и отстает, прям я так без труда ее немножко собрала, и, в общем, решила, ничего не обрабатывала, я решила прям сюда положить. Так, вот это, по-моему. Вот, я прям ничего не обрабатывала, ее не варила. И, в общем, несколько штучек. В общем, и они даже туда провалились уже. Вот, ну, в общем, вот этой зелени почему-то не видно. Вот, ну, в общем, здесь у меня кора от яблони. Я положила, каждый раз я прыскаю. Я говорю, вот этой зелени, что на дереве была, ее почему-то сейчас не видно. Вот, ну, вот она, вот эта кора. Эта кора, а вот сейчас покажу. Это кора от яблони. Вот, вот такая зелень. Как бы сфокусировать. Вот, вот такая зелень. Не видно. Вот, в общем, вот такая вот кора здесь. И я, в общем, специально нарвала и сюда, в общем, ее бросила. Вот, и, в общем, и вот так вот у меня стоит моя орхидейка с мокрой пяточкой. Листики вроде бы ничего, хорошенькие, прям вот зелененький такой листочек. Я прыскаю ее, поливаю постоянно. Вот. В общем, вот так.